Пришел в час ночи в приемный покой, начал требовать УЗИ. Парень закатил скандал дежурному травматологу городской клинической больницы номер 8. По словам молодого человека, он с друзьями прыгал с карьера в советском районе. В какой-то момент почувствовал себя плохо и отправился в травмпункт. Там ему сделали рентген и отправили на доп. Обследование в ГКБ номер 8. Придя в хирургическое отделение, врач-травматолог попросил молодого человека подождать, так как УЗИст и хирург были на операции. Но парень закатил скандал. Нифига себе ты медик. Отвод. Слышишь, мальчик, мы с тобой на «ты» не переходили. Ты что-то, мне кажется, путаешь. По-моему, вы путаете, нет? Кто? Я? Нет, вы. Только вот парень на этом не успокоился и продолжил кричать на врача, ссылаясь на сильную боль. Стоит ждать или нет? Смысл я сейчас жду, чего ты я жду? Ты спроси того, кто тебя сюда отправил, стоит или нет. Хорошо. Начальник. Какой когда начальник? Когда он будет твой? Медицинский. После этого и вовсе перешел к оскорблениям и угрозам. Сюда права пришел качать или обследоваться? Фу. Ты пожалеешь, мальчик. Понял? Рыжий, очкастый. На просьбу дежурного доктора о необходимости дождаться все-таки специалистов, пациент отреагировал крайне негативно. Он, используя ненормативную лексику и угрозы в сторону дежурного врача, отказался от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение, что зафиксировано в протоколе, после чего добровольно покинул приемный покой хирургии, отказавшись от дальнейшего получения медицинской помощи.